Всем привет! Сегодня у нас 27 сентября, пятница. Сходила в магазин. Сейчас сделаем обзор продуктов. Купила пемолюкс сода, чистить посуду, раковины. Десяток яиц. Майонез оливковый, паспье. Бананы купила немножко. Сметана, молочные узоры. Так, клубничный джем. Я сегодня буду кое-что готовить, сниму видео. Буду выпечкой сегодня заниматься. Абрикосовый джем. Буду кое-что готовить. Две пачки молочные узоры масла. Так, чек потом посмотрим. Сыр чечил. Мне такой нельзя, но я его очень люблю. Он такой солененький. А мне соленый нельзя, у меня давление. Виноград красный купила. Чай зеленый с жасмином. Чай черные лесные ягоды. Это был первый пакет. Вот второй. 2 литра молока простоквашино отборное. Это я воду купила себе, бутылочки. Мы в понедельник едем на экскурсию. Сказали, в автобусе есть нельзя, можно только воду с собой взять. Можно только воду пить. А есть мы будем уже там, когда на место приедем, будет у нас чаепитие. Потом нарезну это в сыне. Купила пакет муки 2 килограмма. Хотела поменьше взять на килограммчик. Ну, видимо, на килограммчик это в другом магазине. А мне уже в другой магазин было лень идти. Так, мороженое, пломбир, ванили. Все. Это был второй пакет. Пакеты под мусор. Видите, у меня пакеты под мусор идут. Так, теперь одеваем очочки и зачитываем чек. Супермаркет, да, цены. Так, 2 больших пакета Майка. 10 рублей. Кстати, я ходила на маникюр. Видите, сделала маникюр такой бесцветный с лечебным лаком. И брови покрасила. Так, батон нарезной 17 рублей, мороженое 0,5 килограмма 140 рублей, мука пшеничная 2 килограмма 42 рубля, пемолюкс лимон 58 рублей, молоко 1 бутылочка 76 рублей, 2 еще 76. Молоко, так, молока 2, а вода 10 рублей, вот это негазированная, сметана 70, майонез 40, виноград кило 160, 150 рублей, джем клубничный, 80 рублей, джем абрикосовый 80 рублей, яйцо куриное 45, чай с жасмином 60, лесная ягода, чай 60, масло, молочные узоры 2 пачки 190 рублей, сыр вот этот маленький 100 грамм чечил 84 рубля, бананы 46 рублей. Итого я потратила 1333, это на продукты. А еще я оставила 1000 в салоне красоты. Даже 1050. Маникюр 650 рублей. Брови покрасить и придать форму 400. То есть вот сходила, прогулялась. Почти 2400 потратила. Ну вот что делать. Такая наша жизнь. Так, ладно, ребятушки, обзор я выложу позже.
А сейчас, возможно, попью кофейку и выйду в эфир. Я обещала выйти в 2 часа, но, может быть, в час выйду пораньше. Так, ладно, всем пока.